За последние два месяца на решение проблем концерна тракторные заводы было направлено более 3,5 миллиардов рублей. Об этом заявил Михаил Игнатьев на сегодняшней сессии Госсовета. Глава республики отметил, что сложную экономическую обстановку держали на постоянном контроле и председатель правительства, и президент страны. В декабре прошлого года был утвержден план реструктуризации долгов. Уже в январе была погашена половина задолженности за энергоресурсы. На этой неделе концерну предоставили кредит в размере 2,5 миллиардов рублей на погашение налоговых кредитов. Следующую кредитную линию планируется открыть до конца февраля. Тракторные заводы получат порядка 2 миллиардов рублей на пополнение оборотных средств.